Хочу вам показать, как стоят корпуса в отеле Костомар. Вот там, вот здесь остановка. Вы идете, в принципе, вдоль дороги. Вот он уже начался. Это корпус А. Мы живем в корпусе Б. Всего последний корпус H. Представьте, как их здесь много. Вот это корпус Б, наш номер на самом последнем этаже. То есть А, Б, С, Д, Е и пошли номера полукругом такие. В некоторые номера есть вход с улицы, я говорила это в прошлом видео. Люди шли с бассейна. Я сейчас буду поворачивать, потому что мне налево. Если вот по этой лестнице, по которой парни поднимаются, спуститься и пойти чуть левее, вы придете в столовую. Вот так здесь все. Вот это корпус С, соответственно. Номера все подписаны, очень легко все узнать. У нас вот этих